прибыли. Начинаем с карпиков. Ну это пока так, фигня, короче. Это, видимо, подготовка моральная. Просто как клоун каким-то. Смотри, это что? Он живой? Да, это такой тритон. Он как-то не реагирует особо. Такой страшный, пипец. А что, такие реально есть, что ли? Это еще красивый. Так, почему тут утка, а тут аллигатор? Утка, блин, летит. Улетай, бейба, улетай, пока ты можешь. Она к нему прям плывет. Она что, не видит его? Уходи, уходи. Я переживаю за жизнь утки. Там рыбки, вон, смотри. Две рыбки. Так, вон там он, наш дядя аллигатор. Релаксатор. Посмотрите, как он релаксирует. Вот. Вот лапочки. Когда пришел на маникюр в китайский салон первый раз. Вот лапочки опустил. Ноготочки делает, да? Сушите. Hello everyone. My name is White Spotted Bamboo Shark. I'm from the Pacific Ocean. Вот акулка плывет. Какие миленькие. Начнем знакомство с маленькими акульчиками. Хоть плавают. Хоть малышечка. Хоть акулечка. Хоть какая каёная. Малыша. Ой, да он вообще волны делает. Смотри. Он по кругу гоняет догонялочки акулки маленькие. Вот у них жизнь. Вон там патрики. Знаете, в мультике выглядел милее. Да. Это морда. Вот. Смотри, что здесь. Это как оно развивается, прикинь. Смотрите, это живые акулы. И их возраст. Они находятся в яйце, там хавают, что-то барахтаются. У нас тут спа рыбочки. Я засунула руку, и они, короче, ее целуют. Они, короче, это, по-моему, рыбки, которые... Они прям по жизни меня сейчас кусают. Это рыбки, которые, по-моему, питаются мертвой кожей. Поэтому, когда суешь им руку, они начинают ее плавать. Офигеть, как они не ломают себе эти свои... The lionfish is a не что-то, не успела. Это вот эта рыбка. Это Джек Воробей. Что вы знали? Просто так, потому что это Джек. Если бы Никита был рыбой. Что это за сосиска плавающая? Худенький. Немножко недоедающий. Самый недоедающий. А вот это ты, блин, слышь? Рыбная штука. Или вон та черная какашка. Зато я не худая. Вот какой каёный там. Смотри, сидит. А вот это... у него хвост немножко тяжело. Смотрите на эту сосистера. Жесть, вот кто это? Почему они существуют? Как это случилось? Ну, блин, он перестал. Я хотела его поозвучивать немножечко. Эй, ребята.
Вот он. Эй, ребята, я здесь. Эй, ребята, привет. Но самое интересное, это рыба-корова. Это что за зузел такой? Ну, посмотрите, я вообще такого дома поселил. Больше он стоит, правда, как мой дом. Ну, это очень смешное, да, товарищ. Вообще жесть. Интересно, они нас видят вообще, кстати? Естественно. Да? Смотри, у него такие эти плавнички. Да, он прям, они тут прям летают, такие рыбки, да, в воде своими плавничками. Как птичка. Очень клево выглядит. Очень классная рыбка. Ради таких рыбок даже аквариум хочется завести дома. Он вонять, правда, будет. Рыба губастик. Давай. Детка, детка, привет. Слышь, ну как ты сегодня? Красотки, красоточки. Вон тебе одна красоточка. Красотка, красотка, привет. Ты че там, как вообще закупилась сегодня? Ангельмут Шанхай была? Ангельмут Шанхай, все хорошо, полет нормальный. Нормально тебе там еще, да? На Гуч Прада, Луи Виттон. Луи Виттон, все хорошо. Мы нашли Нему. Смотри, они реагируют. Не знаю, кто из них, правда, но они боятся Лискину руку. Я чувствую власть. Стеклянная рыба-кошка. Называют, которые с пивом едят. Как они? Маленькие-то такие. Килька? Нет. Шпрота? Прям нет. Сушеные их едят в пачках. Не анчоусы? Анчоусы, анчоусы. Да, это они, наверное, да? Может быть, не знаю. Просто плоские ребята. А что сок с ними опять тут тусился? А это вообще, когда на тусовке никого не знаешь. Знаешь, почему сом со всеми тусится? Почему? Чтобы не прибираться в аквариуме. Сом какахи ест всякие. Что, правда? Да. Поэтому почти в каждом аквариуме сама суют. Руков района обсуждает делишки. Тебя заметили. Боже мой. Уходим. Отсюда. Плавает Янис Маршал какой-то. О, это что такое? Это что за рыбы? Эй, там черепахи. Эй, черепахи. Хочет порезать дрова на лето, баньку. Порезать? Дрова не режут. Вообще запилят и рубят. Ну, распилить, у вас тут есть рыба пила. Прям просто хватаешь его и начинаешь туда-обратно. Я представила, прикинь. Да уж. Вот это зузел. Это зузел. Смотри, как он дышит, у него вон там над глазами. Это. А, выглядит не очень. Фу, вообще просил. Фу, смотри, ты твой выглядит. Какой он страшный. Когда покушал маки, ты я после мака, в принципе. Блин, а чё он спрятался? Где его лицо? Там релаксатор очень. Эй, чувак. Он такой. А его под водой никто и не слышит. Встреча, Лиз тут познакомилась. Как назовешь? Не знаю, это мой новый бойфренд. Энтони. Антоша. Скушаешь сейчас мне пальчик. Сфоткай нас. Микроскопические медузки. А это еще более микроскопические медузки. Даже не знаю, получится ли сфокусировать. Короче, вот это все, это не мусор плавает, это медуза. Прикиньте. Жесть, шок.
Это они постарше, а это взрослые. Это прям большие медузки уже. Почти. Смотри, она приняла меня за свою. Не думаю. Блин, это красиво вообще. Реально, очень круто. Очень красиво. Сетка для ленивых. Почти не двигаемся. Сосиска. Ну, куда им торопиться? Thank you.
своего лего-человечка делать. А что это? Я не знаю, что это для двух бошек. Или что это? Я вот такой, но тут все мужские, а женские. Ой, я причесочку сейчас сделаю. Дача прическа. Что-то не получается. Вампирку. Клево? Конечно. Я сейчас разревусь. Блин, зачем они это показывают? Целая стена сделана из лего. И она мигает. Там человечки в окнах. Она весит 1500 тонн, и ее строили 4130 часов. Она стоит из 682 729 кусочков. Наверное, это мой рай. Человек.